США отправляют в Украину новый пакет военной помощи. Об этом накануне заявил Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Эта военная помощь уже вторая за первую декаду июля. Сейчас примерно каждый месяц выделяется помощь. Она может быть, ну, обычно несколько сот миллионов до миллиарда каждый месяц предоставляется помощь в рамках этих полномочий, но в рамках того лимита, который был установлен Конгрессом после очень длительных дебатов. Ее стоимость 225 миллионов долларов, а значит, она включает в себя очень интересные и нужные для Украины позиции. Во-первых, это одна батарея Patriot. И боеприпасы для системы ПВО NASAMS. В дуэте эти системы отлично работают. Это совершенно разные системы, и сравнивать их бессмысленно. Например, NASAMS весьма условно обеспечивает прикрытие от баллистических и воздушных целей. Понимаете, то есть он для этого не предназначен, а Patriot предназначен. Им в помощь в плане защиты неба передают зенитные ракеты «Стингер». Кроме этого, США помогают Украине уничтожать российские танки. В пакет военной помощи Украине входят противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4. И ракеты «Тау». То есть список приличный. Мы видим, что там снаряды для «Хоуков», мы видим, что там «Стингеры», мы видим, что там 150-миллиметровое орудие, мы видим, что там боеприпасы 155 и 105, мы видим, что там есть и минометные боеприпасы, мы видим, что там есть бронированная техника. И главное, очень нужный. С точки зрения передачи боеприпасов, там 155 миллиметров, там противотанковые средства, он закрывает плановые потребности, то, что необходимо здесь сейчас. Главная особенность этого пакета – это моментальность его прибытия в Украину. Боеприпасы и оружие будут поставлены прямо из складов армии США. Они не ожидают, пока будет передано, когда будет изготовлено данное оборудование на промышленные предприятия, что занимает время, а придут со своих складов, и после этого промышленные предприятия уже передадут недостающее оборудование, которое было передано в Украину, пополнят этим оборудованием склады американской армии. Кроме того, Джо Байден одобрил выделение суммы в 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны на NASAMS у производителей. Но это более долгосрочная перспектива. Мы сейчас говорим о сумме, которая выделяется на производство боеприпасов, которые потом будут переданы на распоряжение украинской армии. То есть этих боеприпасов сейчас нет, они еще будут изготовлены. США, несмотря на такую огромную помощь, не передает Киеву самолеты и истребители. Это прерогатива Европы. Истребители нам будут поставляться из Бельгии, из Нидерландов, из Дании и из других стран. США просто занимается тем, что она будет пополнять арсеналы этих стран с самолетами F-35. То есть идет такой круговой обмен. То есть страны ЕС предоставляют Украине свои самолеты F-16, а США передает им F-35 истребители следующего поколения. Выходит, участие Америки в авиационной коалиции колоссальное. Ежемесячные плановые поставки оружия и боеприпасов из США в Украину помогают ВСУ поддерживать стабильную ситуацию на фронте и сдерживать врага. Но для полного и эффективного контрнаступления оружия должно быть больше.